Отлично, массовка вся здесь, какие молодцы, все вовремя. Юрий Михайлович, сейчас все будет, все, сейчас актеры придут. Так, где актеры? Кто съел реквизит? Еще не дождались даже начала фильма. Так, Юрий Михайлович, сейчас. Заходим, актеры! Актеры, заходим! Анфиса, не суетимся, Анфиса, проходим, не стесняемся. Смотрите. О, за что я вам плачу деньги? Ё-моё. Так. Где девочка-хлопушка? Где она? Девочка-хлопушка? Ты мне хлопнешь? Да не в ладоши, девочка-хлопушка. Ну ты хоть подпрыгни, чтобы это... Ай, молодца, красиво. Ну что, поехали. Камера, мотор. Юрий Михайлович, снимаем. Фильм «Девчата» в цветной версии. Тося, работаем, работаем, Тося. Заходим, актеры, заходим. Так, откуда такая взялась? Как тебя знать? Ну, Тося, кишли с нам. Тося, я учил, ты по чужим полкам лазить. Ать, берите, не жалко мне. Да, пока отжили. А подробнее, Тося, плачем, Тося. Уши и молодец. Я молодец, так и переваричником не жалко. Ну что встали, мам Вера, ну пожалей, Тося, ну что, суета, ну пойму. Мам Вера, я уволю тебя. Где письмо? Я мам Вера. Молодец, мам Вера. Где письмо? Я золотая. Вера, дядушка с письмом. А ты Тимофеевна? Тимофеевна. Танцуй тебе, Вера. Дыши. У тебя письмо заказное. А нет, правда, чёрт. Дыши. Скажи, прочитала. Или чё прочитала? Ругались, Жирюком. Тебе какая разница? Кем же ты там работать приехал? Повар. Что, специалист типа? Хотя бы. Вообще, вот тренинги. У меня закончилось профильское училище, короче. Вот. Продолжаем. А я Надя Юрьевна. А ты такая? А Катя, если ты не поймешь, что... А я Катя, сосед наша. Ага. Молодец, твои личности. Умница. Работаем. А состанешься? Ну, да, будто какой-то обвеслый. А как звать, не знаю. Что ты там говоришь, жениха? А разве женихи такие бывают? Бывают. Молодцы, с первого дубля все вышло. Молодцы, отработали. Всем заплачу, как положено, гонорар. Побеждает только дружба.